Салам алейкум, приветствую всех, кто находится на моем канале. Америка известна своим фастфудом и известна всему миру сеть фастфудов Макдональдс. Но в Америке одним из главных конкурентов фастфуда Макдональдс является Данкин Донатс, который предлагает своим клиентам кофе, разные бутерброды и, конечно же, пончики, всеми любимые пончики. В Америке очень любят пончики. В фильмах особенно об этом говорят про полицейских. Сегодня я вам хотел рассказать о бренде, который продвигает Данкин Донатс по всему миру. Возможно, Данкин Донатс не так известен, но известен его бренд. Это Баскин Робинс. Баскин Робинс выпускает разные виды мороженого. Итак, мы заходим с вами в место, где вам предложат холодное и горячее кофе. Стаканы для кофе делятся на разные размеры. Small 12 oz, Medium 16 oz и Large 24 oz. Маленький стакан по-нашему 360 мл, средний 480 мл, большой 720 мл. Цена на кофе в среднем от 4 долларов. Тосты с сыром почти 5 долларов, бутерброды чуть более 5 долларов. Здесь много разных видов фастфуда. Ну а теперь перейдем к сладостям. Знаменитые американские пончики. Пончики есть с начинкой и без. Разные формы, для любого вкуса. Цена 99 центов. Но чем больше вы покупаете пончиков, тем дешевле они становятся. Например, 6 пончиков стоит 3,99. Есть и другие сладости, но их мы пропустим. Здесь же вы можете купить фирменные кружки от Dunkin Donuts. Кроме кружек, здесь есть кофе с любимыми вкусами, которые можно приготовить дома и не бегать в поисках кафетерия Dunkin Donuts. Также для любителей быстрого приготовления предлагается капсульная кофемашина и капсулы с разными видами кофе. Dunkin Donuts был открыт 54 года назад. За 5 лет до Данкина был открыт Баскин Робинс, но тогда они были разными компаниями. В 1973 году Баскин Робинс был куплен британской компанией и позже продан тем, кому принадлежал Dunkin Donuts. С тех пор Баскин и Данкин вместе, хотя несколько раз меняли хозяев. На логотипе Баскина иногда можно увидеть цифру 31. Это означает, что на каждый день месяца у них есть неповторимый вкус. Цена мороженого в вафельных стаканчиках зависит от количества шариков. Один шарик стоит 3,5 доллара, два шарика 4,5 доллара, а три шарика 6 долларов. Добавки входят в сумму. Литр мороженого стоит как 3 шарика, 6 долларов. Кроме того, Baskin Robbins предлагает торты из мороженого, рулеты, пирожные, праздничные и даже свадебные. Цены начинаются от 10 долларов. Одним словом, Baskin – это вкус детства. Если смотреть статистику продаж мороженого Baskin Robbins в Америке, то на первом месте стоят шоколад минт и peanut butter, то есть мятный шоколад и ореховое, с добавлением орехового масла. Ну, если с ореховым маслом еще можно как-то привыкнуть ко вкусу, то шоколад минт – это очень-очень ужасное. Вообще, американцы любят разные добавки, разные продукты с добавлением именно мяты. Ну, а мы взяли орео, с добавлением печенья орео и джамока. Попробуйте обязательно джамока, он очень вкусный, с добавлением карамели. На этом все. До скорых встреч в новых сюжетах на моем канале. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не забывайте подписаться на мой канал.